Купи и верни алмазы. Что это такое? Давайте мы сейчас узнаем. Всем, ребята, привет. Ставьте лайк обязательно. И в комментариях напишите свой айдишник. Короче, скин выглядит примерно вот так. Довольно-таки необычный скин. Вот такой вот вверх, вниз, туда-сюда. Самое непонятное. Вот что я куплю и что будет. Всем интересно, по-любому. Погнали. Так, Открыть. Ну, а экипировать. Так, жетоны. Зачем мне нужны эти жетоны? Ой, еще раз могу купить. Два скина куплю тупо. Так, обменник. По идее, да? Подождите. Так, вот такой скин. Писец. Ладно, окей, стоп, а как получить алмазы эти? Обратно. Написано, получи, типа, купи и получи обратно алмазы. А да, реально, прикиньте. Но только я получаю 150 алмазов. А, смотрите. Купи набор жетонов по скидке в магазине, получи на возврат алмаза в обменнике. Как так-то? Они дали 3 жетона. На возврат первых 150 алмазов. А, забери следующий алмаз на следующем этапе. Слушай, ну прикольно так-то. То есть по факту я покупаю скин бесплатно. Так-то, да? Согласитесь. Получается, я покупаю скин, потом через несколько дней возвращаются мне эти алмазы. Мне кажется, это вообще зашибись тема. Кстати, кто... Сейчас у нас вышел еще джекпот, но хотел сказать, то, что у меня есть гильдия. Есть мест у нас 9, поэтому после видео пишите хэштег в ги, сидите по дуплице отряд и скидывайте. У кого играет мастер, тот вообще сразу зайдет. Поэтому ВК пишите. Встретимся там. Так, давайте посмотрим, что тут у нас будет. Ну, понятно. Следующая попытка. Прикольно. Так, получается какая-то будет третья, что ли? Писец, ладно. Ну, здесь, я думаю, последние будут попытки, да, забираться. 200 алмазов, а чё в конце сколько будет? Хорош. Ну, скин скорострельности бронебойность, я не знаю, даже это имба, не имба. Честно, не знаю. Типа, нужен... Блин, ну вот писец. 400 алмазов. Блин. Так. Какой-то статистика, дальность и бронебойность. Слушайте, ребят, ну блин, ну не нужен скин, наверное, да? Типа это лечащая пушка, хотя дальность, типа, да? Блин, хрен его знает. Ну чё, стоп, а статистика вообще есть? На еще на пушке, сейчас чекнем. Давайте посмотрим, что не, непонятно, стоит ли сейчас покупать мне или не надо. Так, где пушка? Я думаю, то, что многим интересно, в принципе, посмотреть. Так. Не, ну смысла нету покупать. Потому что у меня есть скин такой же. Вот. Дальше, что еще тут есть? Это я купил, купил. Слушай, ну я все скупил, что было так-то. Да тут такую узишку я не покупал. Ну потому что, согласись, зачем такая статистика мне? Ну зачем? Тут, кстати, я тоже выбил все. Вот, в принципе, вообще все офигенно. Но опять же говорю, ребята, есть гильдия, есть места, заходите. Скин, в принципе, прикольно получается. То есть вы покупаете его, потом вам возвращают алмазы. Тут написано, то, что на следующий этап. То есть, скорее всего, завтра можно будет получить еще. Но у меня должны быть жетоны, по идее, на складе. Верно? Или это прикол какой-то? Сейчас чекнем, давайте. Эти жетоны хотя бы на складе у меня. Так, так, так. Прочее. Да, видите, они у меня на складе, поэтому я их потом просто обменяю, скорее всего, на следующий день. Возможно, будет, типа, они обновятся, вот эта фигня. Короче, я не знаю, как это же быть, но, по идее, здесь должно быть еще. Почему у меня ноль, я не знаю. Пока обидно. Но тут написано то, что вот так все и должно быть. В общем, как-то так, в принципе, показал. Это прикольно. Если вам нужен, то, естественно, покупайте скин. Просто бесплатно вообще получаете. То есть, вообще легко.
Вот как-то так. Но, в принципе, пушки я не буду показывать, потому что статистика тут непонятна, это нужно просто поиграть.